Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Некрос, и сегодня мы сыграем в Dead by Daylight за нового мана. Ее зовут Художница. Ну что, играем? Играем за художницу и на ее карте. Потому что есть глазик. Так, терзающие птицы, да? Значит, правой кнопкой. Ну вот, допустим, я ставлю птицу куда-нибудь, она вот туда полетит. Уа! Но. Левой нажимаю. Контролом отправляю птицу в полет. Так. Вижу выжившего. Допустим. Она замедлится. Вот. Поняли, да, прикол? И вот это как бы имбово. Довольно-таки выглядит на первый взгляд. И то есть я, по сути, могу вот так вот сделать. Вот так вот. Вот так. Или нет? А, тут ограничения, видите? Но. Вот, и птица пропадает. То есть это, ну, птица, она долго стоять не будет. Понимаешь? Так вот это работает. А тут уже кто-то бежал, кстати. А, он наверху. Наверху, прикинь. Где они? А, вон. А чё, музыки вообще нет? Во, теперь это, теперь хижина. Но что-то музыки нет, странно. Она вообще убежала, да? Так. А, ну, давай за этим побегаем. Есть такая запутанная локация, я смотрю, вообще. А здесь птица бесполезна будет. А здесь нужно дверь выбить. Вообще, конечно, нужно искать эту. Желательно. Желательно. Тотемы я, кстати, не вижу, чтоб это... О! А, оп, что? Это что такое? Это этот, прикинь? Новый сурф. Что он тут забыл? И что с подвалом только что было? Так, а это же получается, что ворона, она сможет пробить... Она сможет пробить... Ой, а... А ну. Ну, походу, может, слушай. Но вороны не могут долго... О, еще... А, так это этот... Другой. А, он вообще ушел. Так, ну тогда давай возвращаться. Сейчас мы ворон наставим.
А, его не ранило, но... Его не ранило, но на него вороны. На него, видите, он заразился стаей ворон. Вот в чем прикол. Но это стая ворон, кстати, я вот... Я, честно говоря, не понял, а в чем их суть. То есть они могут, да... аддоны могут как-то сочетаться с этими воронами и... какие-то эффекты вызывать. Но вот без аддонов... Я сейчас играю без аддонов и... никаких особых эффектов, честно говоря, я не вижу. Только что эти вороны... Ну, это надо будет перечитать просто навыки. Что, никого нет, да? Так, ну мы все равно за этим пойдем. А он в угол бежит, да? А там, кстати, заводит. Торн-то-торн-то-торн. Там. Вообще-то надо идти за кладдеткой. Короче, эта художница может перекрывать пути к отступлению. Поэтому у палеток бегать с ней довольно проблематично. Так, и ворон можно ставить 3 штуки, да? И все, и ворона пропала. Так. Получился что? Треугольник. Да, получился треугольник. И... И надо сломать вот это вот. Эту ерунду. И патрулировать треугольничек. Но они долго... Они могут долго прятаться, конечно. Ой, а что? А я кого-то слышал, по-моему. Продолжаем патрулирование. Честно говоря, я никого не вижу. Ао. Они будут пытаться отводить меня от этих... От генов. О. Но... Вот, и мне, получается, нужно возвращаться обратно, по логике. По логике, да? А, он в эту побежал. Но они могут начать заводить вот тот ген. Понимаешь? Что как бы они и делают. Да. Но здесь, смотрите, уже палетки нет. На всякий случай. Я могу ворону там оставить. И ворона полетела. Что интересно. И вот буду так патрулировать. Да, точно, стая ворон может разведывать.
Вот, видите, они завели все-таки. Вот стая ворон. Может разведывать. Таким образом. Так, это-то стены, да? О, она выбежала куда-то не туда, короче. Это что значит? Возможно, это... О. Ого. Ха. А возможно... А, мне надо вот так, наверное, сделать. Где она? Ну, кстати, я могу вот так вот сделать. Вот так, например, да? Ну и они убегут, короче. Они убегут. А я могу поставить... Несколько... Вот, например... А, ну так нельзя, да? Вот так могу поставить. И могу поставить... Вот сюда. То есть у этих можно ставить. Если я нажму Ctrl... То они... Смотри. Перед исчезновением. Раз! И полетели. Вот. Вот. Вот как-то так это работает тут. Все, убежала. Ну, я же могу еще это. И, кстати, они боятся этих фонариков. Эти вороны, они боятся фонариков. По-моему, если я не ошибаюсь. Может, ошибаюсь. Поправьте, если я не прав. Понимаю, господа, что видео получилось уж слишком коротким, но это из-за того, что матчи ищутся ну очень-очень долго. Поэтому на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.